В Ярославле сегодня прошла первая встреча по обсуждению ремонта дворов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Мэр Владимир Слепцов встретился с жителями Фрунзенского района во дворе дома 79 по проспекту Фрунзе. Территория попала в программу по формированию комфортной городской среды в этом году. Люди высказали градоначальнику свои пожелания относительно того, что хотят видеть. Чтобы парковка была, и чтобы детям было где поиграть, и чтобы это самое ограждение были, чтобы дети не могли выбежать там к машинам. Ну, что нам предложили, мне все это хочется. Такие встречи проводятся в Ярославле второй год подряд. Напомню, в 17-м благоустроили дворы возле 198 домов. В нынешнем планируют преобразить около 20 дворов с охватом 120 домов. Предварительно финансирование проекта составит 140 миллионов рублей. Есть в этом году и новшество. Ярославцы могут проголосовать за общественное пространство своего района, парк, аллею или сквер. Территорию, победившую в голосовании, благоустроят в этом году. Сегодня активность, инициатива жителей очень важна. Эта инициатива ляжет на бумагу, на проектно-сметную документацию, которая в дальнейшем будет реализована в деле. Поэтому вот практика 2017 года показала, что это очень эффективный проект «Решая вместе».